Всем привет, друзья! Сейчас я еду на рыбалку. Вот, собственно, хочу дать небольшой видео-ответ на вопрос по поводу мотособаки, мотобуксировщика Лидер третьего, на который я снимал обзор. Вот, народ смотрит, комментирует. Сейчас будет просто ответ на вопрос без какого-то дополнительного обзора, что мы доработали за это время, пока он у нас, какие косяки всплыли по нему и что, на что следует обратить внимание в период эксплуатации этой техники. Вопрос, собственно, в том, что поедет ли он в гору. В гору он едет, ребята, и в целик едет нормально. И вот как раз у меня вот случай такой, сейчас будет подъем в горку. Ну, понятно, что здесь накатанная лыжня, я один. Но поверьте, он в такую горку и втроем залетит без проблем. Здесь горка, ну, градусов 25, ну, максимум, наверное, 30. В принципе, не знаю, для кого-то это будет показательным, для кого-то нет. Я попробую одной рукой рулить сейчас. У меня с собой сейчас ни штатива, ничего нет. Все в сумках. Вот, просто камера. Посмотрите. Ребят, как вы могли увидеть сами, горка. Пустые сани, правда, не груженные, но залетел со свистом, это даже не полный газ. Поэтому вот вам ответ на вопрос. В гору едет, и я заезжал и в большие горы. Вот. Единственное, спускаться тяжело в пухляке, ковыряешься на нем, но дело все сноровки. А еще сегодня постараюсь или завтра снять видео, обзор тех моментов, которые мы доработали в период эксплуатации, уже второй сезон этой техники. Смотрите на моем канале следующий ролик. Всем пока!